Шипачев направо на Киетанина. Закатились динамовцы в зону. Тут судья помешался, но все равно Кагарлицкий доставил шайбу до Никулина. Шипачев. Передача на фланг, на Кагарлицкого. Так, и шестой вышел Динамо. Это Закрисен. И вот он бросает и забивает. Забивает Динамо. 2-1. Сухаря Калнинша уже лишили. Патрик Закрисен, ну вот. Ни одного броска в створ вообще-то не было у человека, пока сейчас не вышел шестым полевым вместо вратаря. И тут сразу же как-то шайба-то в Калнинша причем попала и как-то прошла через голкипера, просочилась через него. Вроде бы должен был останавливать, но... Вот, кстати, любопытный потом эпизод уже после того, как динамовцы начинают праздновать гол. Там кивистью отталкивает Закрисен и такой эффект домино запускает. Там два динамовца сразу сбивая.